Всем привет, мои дорогие зрители. Я домой пришла, ходила в магазин. Вот Марик меня так встречает. Маруся, 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 Козлюшка. Ой, ну что за кот? Так, сходила я в магазин. Ой, свет оставила, господи. Сходила в магазин. Сходила в магазин. Ой, хлеб. Вот вроде ничего не купила. Ну ничего. 560 рублей отдала. Паштета взяла. На всякий случай. Пускай будет. Так, картошка. Кефир я хочу сделать, шарлотку. Ой, вытаскиваю. Еще даже не раздевалась. Так, вытащу сразу. И Марику кормежка. Марк, ты что там лежишь? И Марику кормежка. Ой, чем чаще я схожу в наши магазины, ну, продуктовые, да и не продуктовые. Ой, тем больше понимаю, как же у нас дорого. Ну, как же у нас дорого. Ну, сейчас вот виноград с яблоками вроде бы и цена нормальная. Ну, по 90 рублей. Ну, вот. По 90 рублей. Картошка по 24 рубля. Ну, это ладно. Вот. Так что волей-неволей сравниваю. Ну, это, конечно, пройдет. Съездила сейчас к Ирине. Меня все-таки не оставляет эта идея переделать пальто с альпаки. Мы тут на днях с Леной случайно гуляли и зашли. Посмотрели цену. Это, конечно, ужас ужасный. И вот что-то я опять решила вернуться к своему пальто. Ну, нужно купить к нему компаньон. Чтобы было полноценное пальто. Такое... Обыскалась. В общем, я сейчас была уже на Спандаряна, посмотрела. Можно, конечно, что-то черное придумать. Ткань. Ну как, курточная стежка. Но я посмотрела лаковую. Ну, тоже как-то думаю еще. Не знаю. Вот Ирине послала образец. Так что так. Я ничего не показывала, что я привезла с Турции. Да что я привезла? Ну, обычный набор чего? Костюм вы видели, джинсы видели. Джинсы тоже сейчас отвезла Ирине их маленько ушить. Они мне великоватые. Вроде как намеришь, все норм, и размер твой, и все нормально. Но когда поносишь, понимаешь, что они подрастягиваются. Ну, я знала, что джинсы растягиваются, их нужно брать прямо, чтобы так туго-туго сидели. Ну, в общем, я решила, что мне их нужно немножко ушить. Буквально по 1,5 сантиметра с двух сторон. Так что так. Ну, давайте чуть-чуть покажу, что я купила. Ну, вот эти постилки, их, по-моему, все везут. Ментоловые от горла. Ну, привезла и привезла. Так, витаминный В-комплекс. Здесь 60 этих таблеток. А, кстати, у меня еще осталось. Я сейчас вам покажу. Даже осталось ценник. Чек. Я скажу, что я привезла. Но вы это все уже, наверное, на просторах Ютуба, только ленивый не обозревал эти самые таблетки. Ой, господи. Так, давайте так буду держать. Так. Вот этот комплекс, витаминно-минеральный комплекс, он будет стоить 169 лир. Да, вот такой вот витаминно-минеральный комплекс стоит 169 лир. Умножайте на 3, на 3,5. Я что-то на 3 умножала, потом мне девчонки поправили, какое на 3, надо на 4. Нет. Не на 3, не на 4, а где-то, ну, в среднем 3,5. Будем так. Так, кальций,
кальций, магний, цинк. Вот такая вот. Здесь 100 капсул. Это стоит 116 лир. Так, что? Я тут даже пытались мы с Аллой подписывать на коробках. Чего от чего? Что от чего помогает? Так, вот это вот Витарелиф, Релиев. Вот такая вот. Это противовирусные. Тоже рассасывающие 12 растительных постилок. Вот такая. Так. Что? Омега, кстати. Куда я ее дела? Сейчас я вам покажу. А, вот она. Ой. Не просыпать мы. Так. Я уже все распаковала и все пью. Вот такая омега. Здесь 100 капсул. Было даже со скидкой 25%. Экономик пакет. Ocean Plus. В общем, турецкого производства. Ой, так, что еще? Вот такие Мико Зеро. Я коробку, естественно, выбросила. В упаковке было две штуки шипучих таких тубуса. Тубуса или тюбика. Вот. Мико Зеро. Сколько стоит? Не помню. Покупала в последний день. Буквально за час. Может, даже за полчаса до отъезда взяла, потому что кашляла. Вот такие вот штуки. А что еще-то? Да, в общем-то... А, ну, как обычно. А, я вам сейчас прочитаю, что взяла. Диклорон я взяла. Это типа диклофенак. Ну, кстати, очень хорошая вещь. 40 лир 64 куруши. Ну, будем округлять. Унисома взяла. 23 лиры унисом. Ой, розочка. Так, Маджестик. Взяла Маджестик. Маджестик. По 30. Ой. Ой, бузеро. Маджестик. Какой-то я другой взяла. Ну, не важно. Ой, простите. Так, Маджестик. Это от всяких разных болей. В том числе и головных. Энфлювир взяла. Энфлювир это противовирус. То есть стоит 101 лир. А вот элфенор, что это такое? А, ну это тоже какой-то обезболивающий. Ну так. Мне сказали брать, я брала. Вот. Этолфорд. Этолфорд тоже обезболивающий от спины. Там вообще надо с ним как-то очень аккуратно. Пол таблетки, по-моему, даже хватает. Ну, мне так Алла сказала. Я ей поверила. Вот. Куропрокс. А, Куропрокс это зубные щетки. Кстати, стоит она 105 лир. Очень хорошие зубные щетки. Они то ли швейцарские, по-моему, да. У нас в планете я вчера увидела островок, где продаются вот эти щетки Куропрокс. Пасты, ну там всякие причиндалы для зубов, в общем, ополаскивать или прочее. Да, вот, допустим, щетка стоит минимум 800 рублей, а здесь 105, ну вот умножайте, ну где-то 350, может быть, вот так. В общем, вот такие вот. Вот такие покупки. Ничего особенного не покупала. А, вот я еще купила. Подождите. Элфенор. Элфенор. Это мазь для спины. Диклофенак в составе. Вот такую еще взяла. Кстати, вот этот диклорон, который ампулы, я не спросила, сколько можно ставить. Ну, наш диклофенак от 5 до 10 дней, по-моему, так. Это как минимум. Ну, от 5 дней минимум. Вообще 10, что ли, их ставят.
Вот. А начала искать в интернете, все-таки перевод, как переведешь там все по-турецки. Может, кто-нибудь да и перевел. В общем, его можно ставить только два раза, две ампулы, а потом уже переходить на какие-то пероральные таблетки. В общем, я вам скажу, он помогает. Я когда прилетела, ну, считайте, 6:15 мы обратно летели довольно-таки быстро. Во время полета я вообще не вставала, то есть, сами понимаете, у меня там спина, ну, нормально себя чувствую, но все равно 7 часов, 6 часов без движения это плохо. Вот, и на следующий день я как-то дома почувствовала, что у меня какие-то вот такие изменения в моей спине, что-то мне не гнется, что-то я как-то не сгибаюсь. И мне было достаточно одного укола. Вот я поставила вечером один укол, и на утро я просто была как огурец, и все у меня гнулось. Все части моего тела, они гнулись. В общем, вот так вот. В общем, им сильно тоже злоупотреблять, видимо, нельзя. Вообще, наш же диклофенак ставят вместе с витамином В по утрам, да? Ну, так положено, да? А тут он как-то вот вечером. В общем, испытывала на себе все, что можно было испытать. Я все испытывала. А, еще знаете, что купила? Кстати. Вот каплю в нос. Ну, коробку, естественно, выбросила. Вот если сможете, прочитать. Вот так. Называется или один. Что-то он тоже стоит совсем недорого. По-моему, по 30. А, скажу, 35. Или один мерк. 35 лир. И отревину еще взяла. 34,96 куруши. В общем, вот такие вот покупки-то получились. Ну, не особо уж они у меня тут. В общем, за все про все я оставила в этой аптеке 1500 лир. Нет, вру. Нет, правильно. 1500 лир. Ну, как-то вот так. 1500 лир умножайте на 3,5 и получите около 5000. Да, около 5000. Ну, эти все препараты, ну, это как препараты. Ну да, препараты. Тут есть и это естественно, биодобавки. Но остальное, оно очень даже стоящее. Хотела я, конечно, купить коллаген, но в последний момент нам в одной аптеке сказали, что одной банки недостаточно. Продаются банками, ну, такими довольно большими. Вот, банка, по-моему, полкилограмма вешает. Или я ошибаюсь? Нет, хотя полкилограмма. Вот. И на этой банке должно быть написано 1, 2 и 3. То есть, если вы берете эту банку, просто одну, она вам вот ну никак не поможет. А есть, значит, банки такие, ну, кстати, кто будет в Турции, они такого фиолетового цвета. На ней написано, допустим, один. Это я условно говорю, они, вот этот под номером один, этот коллаген для, там, допустим, для кожи, там, для волос, там, вот для такого. Номер два, он, допустим, там, я не знаю, для суставов и там еще там для чего-то. Номер три, он там вот еще для чего-то, вот. И выгоднее покупать, когда на банке написано прямо 1, 2 и 3. То есть этот коллаген для всего. Вот для всего. Вы не будете поправлять там одни волосы с кожей, а уже вместе там и кости, и все. В общем, если вам говорят, что одну банку, ну, если вы захотите взять этот коллаген, то берите уже сразу три банки. Одной. Это, ну, выброс денег, соответственно, и две тоже. Вот именно нужно три банки, вот, чтобы достичь какого-то результата. Раз в год вот эту вот процедуру, как сказать, ну, вот это вот все дело нужно пропить.
Вот. Ну, естественно, мы с Аллой узнали это в последний момент. Ну, по крайней мере, я... Ой, господи, что-то я на штатив не поставила, но у меня что-то плохо работает. Вот так. Ну, следующий год поеду обязательно. Буду уже и место в чемодане для этих, для этого всего отводить. И уже как бы по деньгам смотреть. Да. А стоил он, ну, я скажу так... В разных аптеках по-разному. Где-то 470-97, что-то такое. Где-то 500 с копейками, где-то просто 500. Ну, в общем, вот рассчитывайте. Вот и рассчитывайте. Где-то 1500 лир уйдет вот на это. Но это говорят, что это очень стоящая вещь. До следующего. До следующего отпуска вам должно... этого эффекта хватить. Ну, коллаген он нам нужен. Тем более уже в нашем преклонном возрасте. Вот так. Ну, а более ничего. Так, по мелочи, я уже все внучкам так небольшой презентик, там буквально маленький-миленький, да, сыну, дочери ничего. Я сказала, что я уже ничего никому никак ничего и не буду привозить. Я еду чисто вот я для себя, как сказать, не экономя на себе, чтобы там что-то купить, ни в чем себе не отказывая. Я вот так вот решила: никаких никому ничего не привожу, никаких подарков. Вот так. Подарки это вообще, для меня это все закрытая тема, никогда. Вот. Так что раньше как-то мы это все возили, это считалось, да, это надо вот тому-то перевести, удивить. Сейчас этим никого не удивишь, в общем, все, на этом закончились. Магниты эти все, это все в прошлом, я их собрала и выбросила. В общем, вот так вот, ну что... еще малышу купила, нашему будущему малышу, конечно, купила, а как же без этого? Ну, тут нужно было. Вот, очень хорошие, симпатичные вот эти все на младенцев одежки. Ну, немножко, ну, пускай будет. Вот. В общем, у нас сегодня опять снег пробрасывал. Ну ничего, зима началась. Сегодня уже какое? 8 ноября. Да, мне завтра все. Завтра мой отпуск закончится. Я завтра выхожу на работу. Еще я оливки привезла. Вот это, кстати, хорошее дело. Оливки я брала на рынке, на вторничном рынке в Лимане. Оливки, я не скажу, что подорожали сильно. Ну вот я взяла за 80 лир. Килограмм оливки на гриле, зеленые, они без косточки. И там же сейчас это очень удобно, вакуумируют, да, вакуум, и все, и можно вести. Конечно, я хотела еще, но тут с багажом хорошо, я не стала там спускаться во все тяжкие. Вот, с багажом было, конечно, поначалу была проблема, мы никак не могли купить багаж, потому что говорили, что за сутки до вылета, оказалось, нет, за 12 часов до вылета. Вот, я Оксане звоню, она говорит, я не могу ничего сделать, я не понимаю, как это делать. Почему-то система выкидывает и не дает. Ну, в общем, я уже тут запаниковала, что делать. Представляете, мне уже через пару часов меня уже забирают с отеля, а у меня еще не ушел бы рукав. Я вообще в подвешенном состоянии. Вот. И там нужно было пройти по каким-то чертовым ссылкам. В общем, кое-как купили 20 килограмм. Даже 20 килограмм. Забивай, не хочу. Чемодан может вешать 30 килограмм. В общем, вот так вот. Но уже было поздно, сами понимаете. И вроде как и лиры остались. Можно было еще и что-нибудь прямо под самый ноль все спустить. Но не получилось, видите. Все в последний момент. Но лиры остались. Это нормально, что в следующий год
я спокойно могу ехать и не бегать в первое время искать обменники. Ну, хотя говорят, что восстановит эту всю нашу как это, карту мир. Может быть, даже там еще в планах ввести другую какую-то платежную систему. Боже мой, заговариваюсь уже. Так что, ну, подождем. Ну, раньше же мы летали с долларами, ничего, нормально было. Меняли их на местную валюту и как-то жили, все нормально. Ну, вот. Ну, пока на этом все. Болталки и планы мои на сегодняшний день закончились. Сейчас я буду что-то варить уже, какую-то пищу. В планах просто пожарить рыбу. Я купила минтай неженка. Что-то я подсела на минтай, ребята. А в маринаде сделаю и картошку пюре. Это вообще беспроигрышный вариант. Все. Всем спасибо. Всем пока.